Здорово, ребята! С вами снова я, Герман, и с минуты на минуту начинается Новый год! В этом видео я вас не только поздравлю, но и открою, так сказать, один из подарочков, который я ждал приблизительно полгода. У меня тут, кстати, новогодняя атмосфера, если вы не заметили. Камин, лампа, мишура, или как там она называется. Ну и тут еще не видно, у меня тут гирлянда есть. И хочу вам сейчас еще быстро показать елку, мы ее буквально недавно поставили, и... Та-дам! Вот такая вот прикольная елка у нас получилась на Новый год. С этим стрёмным дедом. Посмотрите, какой вайб сейчас будет, когда я выключу свет. Ну ладно, не так клёво, как я ожидал изначально. А ну, секундочку, подождите. Вот, другое дело. Короче, я лучше включу свет, а то вообще на камере ничего не видно. Вот это я понимаю новогодний вайб. Еще не хватает чисто кружечки какао и новогодних сериалов. Тогда вообще идеально будет. Так вот, хочу тебе сказать, что этот год получился очень сложным. Куча нервов, бессонных ночей, и я очень надеюсь, что в следующем году все наладится. Думаю, вы понимаете, о чем я, но не будем о грустном. Хочу, так сказать, поздравить вас с наступающим Новым годом. Хочу также вам пожелать любви, счастья, здоровья, чтобы все ваши мечты сбылись, много денег, удачи. И проведите, пожалуйста, этот чудесный праздник в кругу родных и близких вам людей. С Новым годом! Чтобы вы знали, пока я записывал этот момент, я прожег себе ламинат и чуть сам не поджарился. Я немножечко приболел, поэтому, попивая чайчик, будем продолжать. Еще раз с Новым годом! Так, приступим к подарочкам. По названию видео вы, наверное, могли уже догадаться, что это за подарок. И, конечно же, это серебряная кнопка YouTube. Получил я эту красотку вчера, и вы просто не представляете, насколько сложно было не открывать ее все это время. Давайте попробуем ее открыть. Боже мой, я так заинтригован! Так, все. Я ее открыл. И что же нас тут встречает? У нас тут сообщение. Карточка. Congratulations on your subscriber, Millstone. Так, хорошо, это поздравительная карточка. И вот бумажка тоже. Помните своего первого подписчика? Вашего сотого подписчика или вашего тысячного подписчика? Ладно, короче, это потом прочитаю. Сейчас посмотрите на эту малышку. Боже мой! Я и представить себе не мог, что когда-то у меня появится серебряная кнопка YouTube. И я не планирую заканчивать на этом. Я буду продолжать снимать для вас видео, я буду радовать вас контентом. Боже мой, я не могу, насколько же это клёво. Снимаем бумажку. О май гад, просто посмотрите на это. Ну разве это не бомба? Ой, я сейчас заплачу просто. Тут еще какая-то бумажечка с золотой кнопкой и с бриллиантовой. Ее мы тоже оставим на потом. Так, что тут у нас, в принципе? Я не могу, насколько же это круто. Так, посмотрим, что тут есть что-то еще. Все, нету, нормально. Мы, получается, распаковали только что саму посылку. Presented to the Herman. Да, название до сих пор нормально не придумал. Блин. Я до сих пор не могу поверить, что я держу свою собственную награду у меня в руках. Выпьем за это чайку. Так вот, хочу поблагодарить вас, ребята, честно, что смотрите меня, что подписаны на меня. Я год назад, боже, я даже и подумать не мог, что у меня будет когда-то такая награда. И я на этом не планирую останавливаться. Честно, мне очень сложно даются скетчи и писать сценарий к ним. Я иногда просто сижу днями и ночами, чтобы нормально снять и смонтировать кадр, чтобы он вам понравился и чтобы видео выглядело адекватно. И вот, смотрю на эту награду и думаю, не зря. Ой, я не могу, боже, я... У меня просто нет слов, честно. Давайте выпьем за это еще раз чайку. Поэтому будем потихонечку заканчивать, ребята. Хочу еще раз вас поздравить с Новым годом. Хочу вам сказать, что вы у меня самые лучшие. Спасибо вам огромное еще раз, что смотрите меня, что подписаны на меня. Ну а с вами был Герман. Всем удачи и до скорых встреч. С Новым годом.